Добрый день. Так, сегодня у нас, как бы число опять не перепутать, 29 ноября 2020 года. Пришла я на свой подоконник, хочу показать Руслану моему и еще многим, кто хочет посмотреть это видео, какая у меня выросла роза на подоконнике. Вот этот вот кустик, вот такой высокий, с длинной такой веточкой. Вот эта роза. Руслан мне дарил на 8 марта 7 роз красных бордовых. Я их все воткнула в землю, вот в этот горшок. И одна из них прижилась, дала корни, дала ветки. Живой снова. Но остальные засохли, я их убрала. Ну, вот такое небольшое у нас есть чудо. Распустившаяся вновь роза. Вот она, какая наша роза. Растет роза. Куст розы. Так, ну еще, что у меня здесь есть на моем подоконнике, я сейчас вам покажу. Вот все, которые маленькие растения, я их садила из семечек. Например, вот такие вот у меня есть растения, вот длинные вышли, как бы травиночки, но они очень жесткие. Это семя пальмы финиковой. Вот они растут, вот здесь поднимаются пальмы финиковой. Это из семечек. Еще вот тут из семечек тоже. Поближе показываю. Все из семечек. Кустики акации. На улице мы взяли, вот посадили тут с Андрюшей кустики акации. Вот тут еще длинный тоже, это финиковый. Укроп тут рядом тоже. Ну, тут еще Андрюша могу показать, тоже для прикола. Свою игрушку закопал. Вот. Похороним. Вот видите, он похоронил тут этого скелетика своего. Вот так мы тут развлекаемся. Вот. Из семечек выросли у меня кустики акации. Маленькие еще, невысокие, колючие. Вот так вот растут. Акация, финики. Дальше, значит, тоже из семечки. Вот. Это цитрусовые. Это вот. Разные мне цитрусовые, лимоны в основном. Есть мандарины, есть апельсины. Вот это цитрусовые. Какой растет, пока не знаю. Разные цитрусовые. Здесь тоже цитрусовые, тоже из семечек, из косточек цитрусовых. Вот они. Я их тут нарассаживала, их вот много. Вот это уже не помню, какое тоже из семечки. Какое-то дивное тоже растение. Дивная очень. Тоже из семечки. Какое? Не помню. Так, это комнатный.